Приветствую вас на канале Hardeset Info. В этом видео вы узнаете, как рисовать фигуру на Google Maps. Для начала откройте поисковую строку и вбейте Google Maps. Теперь перейдите по первой ссылке, а затем откройте в верхней левой части экрана раздел «Меню». Теперь в «Мои места» нажмите на «Карты» и перейдите в «Создать карту». Нажмите на кнопку «Добавить линию и фигуру». Затем выберите место на карте. Создайте нужную вам фигуру, например, квадрат. И вернитесь к начальной точке. Нажмите на нее. Перед вами появится блок, в котором вам нужно вписать имя, а затем описание этого места. Не забудьте в конце сохранить. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.